Я про другое. Ну, вот следующая песня, к примеру, буквально вот несколько дней назад была годовщина. В прошлом году меня вообще торжественно приглашали на МВЗ имени Миля, Московский вертолетный завод. Был полувековой юбилей первого полета вертолета Ми-8, замечательной машины, гениального творения Михаила Леонтьевича Миля, которая вот 50 лет работает, и вот ну, там и летчики-испытатели, с ними часто встречаюсь, и, в принципе, люди, которые в этой теме, они говорят, еще 50 лет будет спокойно летать с модернизациями. Но если уже американский конгресс закупает, ну, вернее, как Пентагон, он спорит там с конгрессом, они говорят, нельзя нам у русских закупать, а они говорят, а больше в Афганистане ничего не работает нормально. Поэтому это какой-то показатель. Годы птицы улетают, по земле меня болтает, а точнее выше, над землей. Не дожиру быть бы живу, столько лет на всех режимах, в небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам светокрылой машиной пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миля. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Да что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миля. Да что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миля. Редко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке-земле экипажем водку пили за машину и за Миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я собраска, последних сил нам всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Да что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миля. Да что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миля. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкою в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручит везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Да что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миля. Да что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миля. Михаил Леонтьевич Миля.